ругаться не очень. Мы находимся в городе Мелеха на острове Мальта. Ну да, пойдем вот так вот. Смотрим. И спустимся с той стороны. Интересный, конечно, городок. Здесь у них, наверное, сиеста сейчас. Хотя здесь и без сиесты, в общем-то, ничего нет. Кроме пустых улиц и жары. Там с той стороны у нас море. Средиземное. Само море красивое, но пляжи ужасные, на них невозможно. Я не знаю, как у них люди от, как сказать, от безвыходности. На них, конечно, можно загорать, если больше нету варианта. Но так ездить сюда на Мальту, чтобы полежать на пляжах, искупаться в море, мне кажется, оно не стоит того. Лучше в другое место поехать. Тем более, что цены здесь тоже не ниже, чем в других местах, чем на тех же Канарах. Пойдем в эту сторону. Рум. Продается, видать, это. Как-то все здесь вот в таком вот. Вот в таком вот стиле все. Все разваливается. Или еще строится. Какая-то кафешка, возможно, или просто сидят люди. Вот здесь тоже продается помещение. Вот здесь тоже продается. Везде все тут продается. Сдают или продают? А вот сверху которая? На горе, видишь? Ага. Да, да. Есть такой подъем. Очень тяжелый подъем. Ну да, если тут жить. Если идти на пляж отсюда ходить. Хотя на этот пляж стоит ходить не стоит. Вот, но если все-таки ходить туда, то это такая нормальная зарядочка будет ежедневная. Ходить туда еще ладно, ходить обратно. Да, да, еще возвращаться. Так, пойдем тогда вниз. Это нам надо. Туда же вниз получается, да? Угу. А давай вот так вот пойдем. Давай налево посмотрим, что у нас. Может быть что-нибудь.
Чили. Вот здесь тоже остается. Ой, продается точнее. Здесь, видишь, тоже продается. Везде у них. Франк Солт, это агентство. У них все продается. А, это агентство вот это, да, Франк Солт? Ага. Что ж, пойдем. Смотри, у них тут какие эти вывески. Угу. Своеобразные, мальтийские. Потому что у них нет номера домов. Ну да. Но все равно мне эти португальские, мне больше всего нравятся эти вывески, такие они такие, какие-то вообще такие красочные, везде розочки разные такие нарисованы. Mm-hmm. Очень, потом на кафеле, mm-hmm. на плитке этой. Mm-hmm. Так, пойдем. Магазин и правда нет. А, здесь вообще ничего нет. Не то, что магазинов, здесь вообще ничего нет. Нам эти французы, которые хотят сдать эту комнату нам, они написали, что так как здесь ничего нет, типа если вы будете платить дополнительную там плату, я сейчас не помню какую, то они будут, точнее даже не дополнительную плату, а то, что как бы изначально входит, но если мы не будем уламывать вниз, цену сбивать, если не будем, то будет завтрак входить. Вот. А завтрак, говорит, будет входить, потому что они будут сами ездить в какой-то магазин куда-то далеко на машине. Ну, как далеко, относительно, естественно. Вот. И там закупаются продуктами. А здесь, говорит, если вы будете жить, то вы не сможете здесь ничего покупать. А мы, говорит, вам будем готовить завтрак и сами закупать для вас продукты. То есть вот такие вот здесь предложения французские поступают. Вот. И тут и в самом деле, если так наверху находиться, ничего нет. И здесь вот есть лавочки эти продуктовые, такие небольшие, пару штук, да. И там цены, конечно, ну, допустим, килограмм авокадо там стоит 10 евро. Вот другие, я сейчас не помню вещи. То есть вот, вот такие вот лавочки. Вот, то есть понятное дело, что цены высокие. Естественно, где-то в других местах есть все то же самое, только пониже ценам. Его дела. Мальта. Так что, друзья, пока выключаюсь. Будем экономить батарею. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Находимся на Мальте.